Мы хоть чем-то хотим приблизить победу. Вяжем носки для вас, чтобы было тепло вашим ножкам. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Мы будем рады видеть вас счастливыми. Победа будет за вами, а мы с вами. Вот в каждом носочке такое письмо. Теплые носки связали 80-летние бабушки движения «Дети войны». Пряжу им купили окружные депутаты фракции «Единая Россия». С этим даром они приехали в Голицынский благотворительный фонд. Конечно, заговорили и о текущей политической ситуации, и о поддержке действующего президента России. Я вот по-человечески очень сильно удивляюсь, думаю, откуда вот сила характера, да, у человека, так, чтобы десятилетия поставить себе цель, значит, добиться того, что наше государство независимое, наше государство сильное, все создано. К счастью, депутаты не единственные жертвователи. Вся страна помогает различным фондам. Один из волонтеров – Анна. Ее мужа призвали еще по частичной мобилизации. У девушки свой мотив – приходить сюда почти каждый день. Если она поможет какому-то бойцу, кто-то непременно поможет ее мужу. Мы здесь все родные, близкие, друзья. Их поддерживаем, им помогаем. Что мы не остаемся в стороне, неравнодушны к этой ситуации. И что, ну, они там все не зря делают. И что мы действительно с ними и до конца. Кстати, на фронте хвалят голицынские маскировочные сети. Марина Савкина, руководитель фонда «Добрые сердца Голицына», объясняет. Пятна на маскировке должны быть в хаотичном порядке. Квадрокоптеры противника считывают любую закономерность. Это знание было добыто кровью. Сейчас благотворительный фонд объединяет более 300 волонтеров. Его руководитель постоянно находится на связи с конкретными командирами в зоне СВО, которым приходит их гуманитарная помощь. Сами грузы тоже доставляют не случайные люди. Например, сегодня загружается фура общественного движения «Доброволец». Это ветераны ВДВ с проверенной репутацией. Каждую неделю фонд собирает на фронт 2-3 машины. Да мы бы с ума сошли, если бы не помогали. Мы настолько рады, что мы можем чем-то помочь этим ребятам, что мы не сидим и не думаем, как они там, что знаем, что наше тепло, наши действия руками, то, что мы вообще делаем, и свечи заливаем, и делаем маскировочные сети, они помогают ребятам. И что мы здесь сидим именно для того, чтобы вместе с ними служить и помогать нашей Родине. Груз собран, фура отправляется в путь. Женщины фонда всегда выходят проводить мужчин в дорогу. Говорят, мысль в это время одна. Пусть все живыми вернутся домой. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».